Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Василь Газизулин. Я руководитель компании Top Franchise. И сегодня у нас на конференции Top Franchise в гостях замечательная девушка Анастасия Сорокина, которая расскажет о том, как в вашей франшизе выйти на рынок облигаций. Анастасия, расскажи, пожалуйста, о себе. Да, так, да. Как ты, чем ты занимаешься? Рада всех приветствовать. Спасибо, Василь. Я занимаюсь, как я говорю, международной торговлей. Я работаю в этой области с 2004 года. Круто. Да, и начиналось все с работы байером. Это закупки в разных странах, там, Китай, Латинская, Северная Америка. То есть, через твои руки прошли миллионы долларов, Анастасия. Да, понимание, я это знаю. Как работает международная торговля, производственные платформы. Вообще субкультура и правила общения, да, торга, когда мы что-то хотим выгодно купить, привезти в Россию, сделать свой бренд, упаковку. Вот так все начиналось. И 6 лет назад мой рабочий профиль, он сместился в сторону финансирования. То есть я занимаюсь торговым финансированием, являюсь преподавателем Московской школы бизнеса по этому направлению. И наши клиенты – это компании, которым нужно привлечь финансирование разными способами. Круто. И да. Сейчас самое главное, что на повестке у нас есть – это рынок облигаций, очень сильно растущий в России. Да? Да, расскажи вкратце, что это такое. Суперинтересный сегмент, на мой взгляд, потому что конъюнктура банковского кредитования сегодня такова, что гайки закручиваются малому и среднему бизнесу, очень сложно привлечь деньги, особенно когда у них нет залога, который для банка является ликвидным. Это производство, это недвижимость, это просто свободные средства. И таких компаний большинство. Как бы деньги нужны, но обеспечения нет, которые можно предложить банку. Так вот, облигации корпоративные – это потрясающий инструмент привлечь деньги со свободного рынка, то есть через размещение на бирже. На московской бирже? На московской бирже, круто. Да, которая была признана самой выгодной биржей прошлого года. Круто, в мире, да, причем, в мире, да, ну, да, одно из быстрорастущих, круто. Это скажи, пожалуйста, факт, про да. То, какие три простых шага нужно совершить любой компании, да, ну, в том числе франчайзинговой, чтобы выйти на рынок облигаций. Значит, шаг номер один. Нужно собрать свою отчетность и прийти к нам. Для этого не нужно обладать супербольшой выручкой, хотя бы от 100 миллионов рублей. То есть это уже достаточно, чтобы привлечь, ну, от 30 миллионов рублей. Выручка 100, привлекаем от 30, да? Круто. Шаг номер один. Значит, второе, это как бы иметь целостную презентацию, понимание, куда вы потратите эти деньги для того, чтобы суметь продать эту идею на московской бирже. Вот. Да. Ну и третье, это выплачивать как бы купон вовремя тем людям, которые вложились в вас. Количество таких людей сегодня в России огромно. Да, 25 триллионов и более на счетах, депозитах частных лиц. Да. Гигантский прирост в инвестиции в частных людей. Да? Ну и на самом деле я добавлю, да, к тому, что если в Китае, по-моему, 70% физиков держат деньги уже в каких-то акциях, в России пока еще, по-моему, не более 20%. Да, эта цифра. Да, то есть у нас сейчас только-только растет этот рынок. Да, люди начинают понимать, что есть более выгодные инструменты, да, зарабатывать. Зарабатывания пассивного дохода, облигации – это один из них. То есть вы как эмитент разместились, вам не нужен залог, да, в отличие от размещения акций, не нужно быть супергигантом, да, то есть, да, дядя, да, Донор, да, компания грузовичков, сеть кондитерских Кузина, да? Кузина, супер. Да, то есть это вот они уже это компании, делают, которые, да, рядом с нами, каждый день супер. Мы их видим, да, и вот они воспользуются этим, то есть это то, что доступно сегодня бизнесу. Анастасия, спасибо тебе большое, да, что пришла к нам на конференцию, рассказала для всей нашей аудитории франчайзинговой индустрии, лидеров своих компаний о том, как привлекать инвестиции на рынке облигаций. И давайте нам всем пожелаем успешного года. Спасибо, да, тебе. Отличного года. Спасибо. Спасибо. Удачи.